Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые интересующие вас вопросы. И мои контакты для записи на личную консультацию внизу под этим видео. А сейчас, девочки, для вас самое точное гадание на отношения с вашим мужчиной. Что вас ждет в будущем? Ну, сначала вот я вижу в ближайшее время какая-то отстраненность. Либо мужчина от вас на расстоянии, либо, опять-таки, здесь может быть у вас неполноценность отношений, да, то есть кто-то из вас старше по возрасту. Но больше я вижу, что вы старше, да, мужчина младше, либо вы выше по должности. То есть может быть младше, но выше по должности, чем ваш мужчина. Либо выше по материальному или социальному положению. Вот, то есть вот об этом. Но я хочу сказать, что или у вас роман на расстоянии. Я хочу сказать, что если роман на расстоянии, то в ближайшее время ваш мужчина приедет. То есть будет у вас встреча. Вот, если же у вас именно неполноценность отношений, ну понятно, что если по возрасту, то мужчина и мужчина младше, да, то мужчина, конечно, до вас никак не дорастет, но он же может повзрослеть, то есть вести себя именно по-взрослому. И вот об этом я сейчас говорю, да. А что касается остального, да, он также может подняться по карьерной, социальной или материальной лестнице. Вот об этом. Вот это то, что ждет вас в будущем. Но и ваши именно взаимоотношения, девочки. Взаимоотношения будут с этим мужчиной непростые и в будущем. Но зато есть чувства. Да, и хочу сказать, что да, действительно он вас любит, ваш мужчина. И дорожит вами. Вот, поэтому в будущем, вот по миру, конечно, я же говорю, отношения будут непростые, но при всем при этом вполне возможно именно серьезные отношения, именно создание семьи, брак и отношения, что самое главное, очень счастливые. Но при этом, конечно, вам нужно сначала пройти, ну, можно сказать, притирку характеров. Вот. И чем спокойнее вы ее пройдете, тем быстрее наступит счастье, гармония и взаимопонимание в вашей паре.